Утро, моя любимая страна. Всем с добрым, хорошим, прекрасным утром. Подсказка для вас сегодня будет инородные тела и как можно защититься от них. И что такое инородные тела? Когда вы приобретаете животное, всегда знайте, что какие-то мелкие вещи, какие-то провода, какие-то игрушки всегда нужно прятать. Почему? Потому что животные познают мир через рот. Следовательно, они грызут, облизывают и могут в этот момент проглотить какие-то предметы, которые могут быть опасны в дальнейшем для жизни. Если вы все-таки определили, что пропал какой-то предмет, который был дома, какая-то игрушка или часть игрушки, первым делом, что нужно будет, бежать к врачу, чтобы врач осмотрел и определил, нет ли этого предмета внутри организма. История, которую я приведу далее, это история такого французского бульдога Бенни, который очень часто поедал в свое время какие-то народные предметы. Одним из таких предметов, вкусные предметы, как он считает, были носки. Это не первые носки. Порядка где-то 3 или 4 раз владелец звонил и проговаривал то, что Бенни съел носки, Бенни съел носки. Но по каким-то причинам эти носки выходили наружу. В этот раз ему не так повезло, и мы идем в сторону операции. Поэтому история о Бене далее. Доброе утро всем. Сегодня у нас вот такой вот гость, Беня его зовут. Беня — это французский бульдог, ему 8 месяцев. Беня съел 3 носка, детских носка, проглотил, и сейчас они находятся у него в желудке. Мы провели исследования, которые нам это подтвердили. Это рентген, это анализы. Его обследовали перед данной процедурой. Следующая процедура – это операция. И будем выполнять операцию на желудке по извлечению данных инородных предметов. У этих пород и вообще у щенков это довольно частое явление. Поэтому глаз да глаз. Операция прошла хорошо. История с Бенни подходит к концу. Ставим точку и хэппи-энд. Еще одна жизнь спасена. Всем спасибо.